Тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, нити Лилы Правишты, Ом Вишнупада, что Тарашата Шри, Рупа Нога Чари Вари, Шрилы Бхакти Веданты Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of us, и Рупа Нога Годи, Гуру Парам. Затем я предлагаю тысячи поклонов лотосных стоп Парам Гурудева Шри, Прабхупады и всей Шри Рупа Ноги Гуру Парам Паре. And finally, I offer my pranam to all assembled Vaishnavas and Vaishnavas. Rupas and Dabyavata, Putitam Bhavani Vaishnavita. Shiva Gurudev Ki Jai! Udantam Uho Netra Yukmam Rajantam Karambo Jayukmaina Satanka Netram Oho Swasakampa Trikanka Kanta Sita Kraiva Damodaram Tamatariyakam. Krishna is crying and rubbing his eyes because Madhya Yashoda has caught him, and now because he had threatened to run away to the forest, she wants to bind him. Krishna плачет, потирая заплаканные глаза. И теперь он понял, что после того, как он пригрозил маме, что он может убежать в лес, жить с обезьянами, она готова привязать его к ступе. Krishna was calling, oh
Кришна звал на помощь Рахини мою. But she was far away at the house of Upananda. Но мама Рахини не слышала его зова, потому что в это время она гостила в доме Упананды. But the calls of Sri Krishna attracted the local neighbors, and they all came running. Но вопли Кришны привлекли внимание соседей, и все сбежались в дом Яшоды. And they were laughing. Oh, so your boy has been naughty in your house this time. И все смеялись. Now you believe us. Над Яшодой. А что теперь он школьничает уже в твоем доме? Теперь ты веришь нам? So Mother Yashoda, she was so focused on trying to take Krishna, she was not paying attention to that. Маме Яшоде было не до них, потому что она была полностью сфокусирована на том, чтобы обвязать Кришну. While she was running, one ribbon fell from her hair. Пока она гналась за Кришной, одна ленточка выскользнула из ее волос. So she picked that up and began to put it around his waist. Мама Яшода схватила эту ленточку и стала обматывать вокруг талии Кришны. But it was too short, so she took another ribbon. Она была слишком короткой, она вытянула еще одну ленточку, привязала к той, пытаясь обвязать ими Кришну. So then she was amazed because the two ribbons are long and her baby's waist is very small. Она не понимала, что происходит, потому что две ленты были достаточно длинными, а талия Кришны достаточно тонкой, но ей не удавалось. But still, it was always two fingers too short. Все время не хватало ширины двух пальцев. It was everyone was looking, but they couldn't understand what was happening. Все соседи наблюдали за действиями мамы Яшоды, и никто не понимал, что происходит, почему ей не удается обвязать его. Just like if you look in the distance and you see a mountain. Если вы издалека посмотрите на гору. And you see. Oh, behind the mountain there's a cloud. И за горой вы увидите тучу. So this cloud is actually touching the mountain, but when you look, it looks as if the cloud is very far away and not touching the mountain. И кажется, на самом деле туча очень близка к горе, она касается горы, но издалека кажется, что она далека. So in the same way, even though every inch of the river was touching every inch of Krishna's waist, when they were looking, it seemed as if it was not touching. То есть, на самом деле, ленточка прилегала вплотную к телу Кришны, но им всем казалось, что она не обвивает его полностью вокруг. Otherwise he should be bound. Что было непонятно, по идее, он уже должен был быть обмотан этой веревкой. Mysteriously, it was two fingers too short. Но не хватало именно вот этой длины, шириной два пальца. The friends of Mother Yashoda said, "O Brajeshwari." Подруги Яшоды сказали, Враджешвари. It seems like your boy has some kind of mystical powers. Что-то непонятное происходит с твоим сыном, как будто бы он обладает какой-то мистической силой. Some kind of the Indrajali illusion make he can make illusions. Какой-то гипноз он создает прямо тут. And by his illusions, he's become a great thief. И благодаря вот этим способностям гипноза он стал великим вором. More than Kapalak. Kapalak is the in the Vedic culture the greatest thief. Самый известный вор. The king of thieves. В ведической культуре это Kapalak. Они говорят, он превзошел Kapalaka самого. And it seems that Krishna, by his nature, if you feed him, he's not satisfied. Because he's only satisfied by the taste of things which have been stolen. Он странный твой сын, потому что мы ему не предлагаем покушать, он не хочет это, ему не устраивает, ему вот вкуснее кушать ворованное. And when he steals, and then he gives those stolen things to others, like his friends, then not only the friends feel happiness, but also the person who was stolen from also feels happiness. И что самое странное, когда она воровывает нас It's inexplicable. И делится ворованным с друзьями, не только его друзья испытывают радость, но и те, кого она воровала, тоже почему-то испытывают радость. Mother Yashoda was still trying to bind her baby. Мама Яшода даже не прислушивалась к ним, потому что она сфокусировалась на том, чтобы связать Кришну. And she was shaking her head and disagreeing. No, no, no. Она просто отмахивалась от них. Говорит, нет, нет, ну что вы говорите? He was just born yesterday. Он вчера лишь родился. What does he know about stealing? Молоко на губах. About being a thief. Что он знает о воровстве? Что вы говорите? He does not. His consciousness has not developed enough yet to. Understand the difference between right and wrong. У него еще детское сознание, он вообще не понимает, что правильно, что неправильно.
But Madhi Shoda said to her friends, maybe you know some tricks. Это вы, наверное, знакомы с всякими трюками воровства. He doesn't know about deceit, but I think that you do. Наговариваю, я подозреваю, что вы уже очень опытны в воровстве, потому что вы так много о воровстве говорите и знаете. Because even though you actually support him, you always act in a contrary way. They always come to complain about him, but actually they love him very much. Потому что вы любите его, а все равно всегда приходите жаловаться на него. So then all the sakis of Madhi Yashoda, they were laughing. И все подруги Ешоды рассмеялись, услышав ее слова. So she told her sakis, bring some ropes. Она попросила подругу, ну принесите веревку. And they took more ropes, but still it became like the cloud touching the mountain, but seems that it was not touching. Принесли еще больше веревки. Она продолжала обматывать Кришну веревкой, и вроде она уже облегала полностью его тело, но все равно казалось, что она не обхватывает полностью его талию. At this moment, Yoga Maya, the Gatan Agatana Patiasi Shakti, that Shakti which is expert at making the impossible possible, was showing a great miracle, a great contradiction. Что происходило, что Гатана Агатана Пратиаси Шакти, Йога Майя, которая обладает силой делать невозможное возможным, являла вот это великое чудо. Because Madhi Yashoda had put a string, a chain of bells around his waist. Потому что утром мама Ешода одела на бедренный поясок цепочку на талию Кришны. He was wearing this already. Он уже был в этой в этом поясе на бедренном. But at the same time, she could not put so many ropes around his waist. И как так могло случиться, что сейчас сколько бы веревки все не приносили, она не могла обмотать его? So by the arrangement of Yoga Maya was showing simultaneously that Krishna is unlimited and limited at the same time. Йога Майя являла вот этот феномен всем, что Кришна был одновременно безграничен и также ограничен. Madhi Yashoda was thinking, what was that Gargacharya said? Мама Йошода стала припоминать, что этот Гаргачарья говорил про Кришну. Тасманья нандатмаджо ямте нараяна сумо гунай. This boy will have some special powers like Narayan. Она вспомнила, что астролог предрек, что у ее сына будут какие-то особые мистические силы, как у Нараяны. So Madhi Yashoda, she tied so many ropes again and again for a long time. Одно за другое, мама Яшода связывала эти веревки, которые ей приносили, у нее уже была длиннейшая веревка. And she was covered in perspiration. Она уже покрылась испариной. And the flowers were falling from her hair. Уже цветочки стали выпадать из ее волос. Она настолько утомилась. And her braid became open and curls were falling on her face. Кудряшки уже, то есть коса стала распускаться, уже локоны не спадали на ее лицо. And finally she became completely exhausted. Она уже стала сдаваться, она была настолько уставшей. She was thinking that you came from my womb, you are not better than me, I can bind you. Она была уставшая, но она все равно была упрямая. Она думала, я тебя родила, я тебя свяжу. And the friends of Madhi Yashoda, they were laughing and say, it's not written in his forehead, because your fate is written in your forehead. It's not written in his forehead that he can be bound by anyone. И подруги просто хохотали над ней, говорят, видимо, не суждено ему на роду быть связанным тобой, потому что провидение не написало вот это у него на лбу. So Madhi Yashoda tried again and again, but she failed, just like a person who wants to do something. But if they're under the influence of a malefic star, they're grahagrasta, then all the efforts just end up in failure. Мама Йошода снова и снова пыталась связать его, но у нее ничего не получалось, подобно тому, когда человек пытается достичь чего-то, прилагая всяческие усилия, но ему не суждено осуществить свои планы из-за негативного влияния каких-то планет. So we mentioned yesterday how Krishna is called Yadunanda. Вчера мы слышали о том, как Кришну называют Ядунандана. And it indicates that just like Yadu Maharaj was very stubborn and would not accept the request of his father Yayati. So Krishna was very stubborn. I don't want to be bound. Это выражает его упрямство, подобно тому, как Яду Махарадж отказывался наотрез исполнить волю своего отца, Яяти Махараджа. И Кришна вот упрямо был упертый, что ни за что ты меня не свяжешь.
But when Krishna saw his mother perspiring and her hair was disheveled, then he felt sorry for her. А когда Кришна увидел, насколько мама уже устала, как она пыхтит и покрылась потом, пытаясь освежать его, ему стало ее жалко. Дриства парисрамам Кришна крипаясит свабандане. Seeing the hard labor of Mother Yashoda, then крипаясит свабандане, by mercy. Then Mother Yashoda, with the first two ribbons from her hair, she just bowed him. И Кришна, увидев, как тяжко трудится мама, он жалился над ней и That should have happened in the first place. Позволил ей happened, yeah. связать себя первыми вот этими двумя ленточками, которые она вытащила из волос. То, что по идее должно было и случиться изначально, но ей не удавалось это сделать. Сейчас ей это удалось. So, what happened? By the influence of Yoga Maya, Krishna's Aishwarya Shakti was not allowing him to be bound. Что происходило на самом деле? Йога Майя так сделала, что Айшварья Шакти не позволяла Йоге обвязать Кришну. And when Krishna's heart melted with sympathy for his mother, then that Aishwarya Shakti disappeared and she just bound him like an ordinary child. Но когда сердце Кришны растаяло от сострадания к маме, Айшварья Шакти тут же исчезла и мама с легкостью обвязала его. And the other ropes that she had used, they were just lying on the floor. There was no need for them. Остальные веревки валялись просто на полу, потому что в них уже не было необходимости никакой. So, the question is, why were the ropes always two fingers too short? И возникает вопрос, почему постоянно не хватало вот такой длинной веревки, которая равняется расстоянию ширины двух пальцев. It's very important to understand this point. Это важная идея, ее нужно понять. For success in our spiritual life, that is to attain our goal of life, Krishna praying, two things are necessary. Успех нашей духовной жизни, то есть успех достижения цели, которая заключается в обретении Кришна премы, зависит от двух факторов. One, sadhana, your efforts. Первый фактор успеха духовной жизни это sadhana, наши личные усилия, которые мы You should not relax thinking, oh, if it's in my astrological chart to get bhakti, then it will come. Yeah. I asked my astrologer, he said in 2023 I'll get bhakti, so I'll relax. No, you have to do sadhana. You have to sweat. Like a Mother Yashoda. Надо прилагать усилия, трудиться, тяжко, как это делала мама Яшода. Садхана необходима. But even if you do very intense sadhana like Dhruva Maharaj, but still you cannot be successful unless see Krishna's mercy, that means coming through Guru. The mercy of Gurudev, the mercy of Krishna comes through Guru, unless that is added to your sadhana, then you cannot reach your destination. Но даже самая усердная, серьезная садхана не гарантирует вам успех в духовной жизни, потому что к ней необходима милость Кришны, которая приходит через Гурудева к нам. You can see there are many kirtans. Like Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramore. Есть много киртанов. Oh, Sri Krishna Chaitanya, please be merciful to me. Которые выражают следующие мысли или пожелания. О, Шри Кришна Чайтанья, будь милостив ко мне. So from that you should understand that it implies that Srila Narottama Das Thakur, he's doing the most intense endeavor, intense sadhana that he can do, but still he's realizing it's not enough, therefore he's saying Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramore. This is the implication of this prayer. Что подразумевается в этих молитвах, этих киртанах? Например, что Шрила Нарадам Дас Такур совершает самую усердную садхану, но он осознает, что самой по себе садхана недостаточно, что необходима милость. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, he came to Sri Rangam. Во время своих странствий по Южной Индии Шри Чайтанья Махапрабху оказался в Шри Рангам. So that is the main center of the Sri Sampradaya of Рамануджа Ачарья. Это главный центр Шри Сампрадаи, который возглавлял Рамануджа Ачарья. So perhaps you know that this Sampradaya underwent a schism. И знаете, что в этой Сампрадаи в одно время произошел раскол. And it's split into two groups called the Tengalai
and the Vada Kalai. И произошел раскол. And Vada Kalai. Раскол на две группы: Тендета Калай и Ванда Калай. So the Тенгалай, their logic is called kitten logic. И логик философия Тенгалайтов называется логика кошки, котят. Marjanyai. Marjanyai. Kitten logic means if there's a newborn baby kitten. Если у кошки рождается котенок, вернее котята. And the mother wants to go somewhere, she picks up the baby kitten in her mouth, in her teeth, and carries the baby kitten, and the baby kitten doesn't do anything. It just goes wherever the mother takes. Кошка хочет переместиться на другое место, и она берет в зубы котенка и переносит его на новое место. Котенку ничего делать не надо, прилагать никаких усилий, он просто висит во рту у мамы. So the Тенгалай, they teach that when you take initiation, you just say to the Lord Narayan, Sakrit eva prapanna nas tavasmiti chaya chaye sarvada sabayam sarvada tasmai dadam yetat vratam mama. You say this prayer, O Supreme Lord, you have said, if someone just says to you, I am yours, and surrenders once, then from that day, you make them completely fearless, and you deliver them. This is your vrat, your vow. И тенгалайты, они считают, что в день инициации, когда они получают посвящение, они произносят вот такую молитву: «О Господь, Ты пообещал любому, кто предастся Тебе, что Ты сделаешь их бесстрашными и гарантируешь то, что они придут к Тебе. Это Твоя клятва, Господь». Surrender once, that's it, and the job is done. То есть надо один раз предаться Господу и все. Literally, I know someone from the Тенгалай Сампрадая. У меня есть знакомый из этой Сампрадая Тенгалайта. He said, I've already surrendered. Он сказал, я уже предался. Now I can just sit in front of the TV and eat popcorn. Сейчас я могу сидеть у телевизора спокойно и кушать попкорн. I'm saved. When I die, that's it, Вайкунта. Потому что когда я умру, я отправлюсь на Вайкунту. So, that is the Marjanyai kitten logic. Marjanyai, вот это пример логики котенка. Then, the other school, the Vada Kalai, Vada-kalai, they have a monkey logic. Придерживается Маркат-ньяй, школы философия мартышки. If the Маркат-ньяй means, if the mother monkey wants to go somewhere, then the baby monkey has to hold on. То есть если уже обезьяна собирается перепрыгнуть с ветки на другую, с одного дерева на другое, это уже обязанность маленького обезьянинка или маленькой обезьянки крепко держаться за маму. The mother doesn't try to do anything. The baby has to take responsibility to hold on. То есть тут уже ребенок работает. Он должен крепко удержаться за маму, чтобы не свалиться. If the baby will fall off, the mother just thinks, unqualified baby. Если маленькая мартышка не удержится и рухнет вниз, то мама подумает, вот какой неуклюжий, так ему и надо. Natural selection. Естественный выбор. Срабатывает. One less useless breather in the gene pool. Не нужен нам такой неудачник в нашей семье. So, no need. So the baby has to hold on with all of his strength. И поэтому маленькой мартышке приходится изо всех сил держаться за маму. So in one school, in the Тенгалай, everything depends on mercy, not on sadhana. And in the other school, everything depends on sadhana. Марджаньяй в этой философии котенка, они считают, что все зависит полностью только от милости. А Маркатняй, они считают, что все зависит от собственных усилий, от собственной садханы. So when Mahaprabhu was in Sri Rangam, who's been to Sri Rangam? И когда Махапрабху посетил Шри Рангам, а кто из вас был в Шри Рангам? So then the pandits there, they asked him, what is your opinion on this? Is it Маркатняй or Марджаньяй? Пандиты спросили, а каково твое мнение? Кто ты считаешь, кто из нас прав? Маркат или Марджаньяй? So Mahaprabhu said, you're both right, half right and half wrong. Махапрабху сказал, вы оба наполовину правы и наполовину неправы. Because both are necessary. Обе составляющих необходимы. Just like if a person has fallen down a deep well, they cannot get out. Если человек провалился в колодец, он выбраться оттуда не может. Then a person comes to save them and throws down a rope. То есть кто-то прибежит на помощь, спасти его и бросит ему вниз канат. He said, "Hold on to this rope, and I will pull you out." Скажет, хватайся за канат, я вытащу тебя.
So if the person doesn't hold on to the rope, but the person above the well is pulling, then he cannot come out. And if he is holding tightly to the rope, but the person on the top is not pulling, he also cannot come out. He has to hold tightly and the other person has to pull, and the two together guarantee his salvation. То есть, если спасающий будет тянуть канат, но тот, который тонет в колодце, не ухватится за него крепко, то он не выберется оттуда. И наоборот, если свалившийся в колодец крепко будет держаться за канат, а спасающий не будет его вытягивать, то тоже ничего не произойдет. То есть, успех вот этого вызволения из колодца зависит от сотрудничества обоих, что оба должны исполнять свою работу. So in the same way, we have to very carefully follow the instructions of our spiritual master in our seva and in our daily sadhana. И поэтому от нас требуется личных усилий, что мы должны строго придерживаться наставлений духовного учителя и исполнять свою повседневную садхану и жить, проводить свой день в соответствии с наставлениями учителя. To attend the arati of the Supreme Lord. Посещать арати. To remember Gayatri mantras 3 times daily. Памятовать Гаятри мантры трижды в день. To complete your Харинам daily. Завершать определенное количество кругов. And to be engaged according to your capacity in the mission of your spiritual master. All of these things should be done with very careful consideration and with the full application of your body, mind and words. И в соответствии со своими способностями участвовать в расширении миссии своего духовного учителя, задействуя свое тело, ум и слова в этом служении. That means you are holding on. И это значит, что вы крепко держитесь за канат. And if you are holding on in this way, then at sadhana kala, at the time of doing your sadhana, you will feel inside the Guru's kripa is coming and raising your consciousness to gradually higher stages of realization of Krishna. Если вы со своей стороны делаете все необходимое, то в момент совершения садханы вы почувствуете милость духовного учителя, как он тянет вас вверх, возвышая вас. Bhakti is itself achuta, infallible. It works every time, without any exceptions. If we are not progressing, if we're not evolving in our spiritual life, then we should have to check ourselves that there's some loophole or some fault in us. Bhakti achuta безукоризненно работает каждый раз. То есть, если что-то у нас стопорится, наш духовный процесс, то надо присмотреться к своему поведению, к своему умонастроению, покопаться в себе и понять, что чем мы сами тормозим свое духовное развитие. What are those holes? В чем могут быть проявляться вот эти недостатки? Gurudev is pouring the nectar of the mercy into the bucket, but your bucket has holes. Проверить. So it's running out. Может, в наших руках дырявое ведро. Гурудева заливает столько нектара в наше ведро, а все, весь нектар оттуда выливается. И что это за дыры там у нас? So the holes are vacho vegam, manaso krodha vegam, jiva vegam, udra basta vegam. That if one does not control the speaking. Дыры могут быть различные. Может человек не сдерживает свою речь, говорит, что попало. If one allows the mind to become preoccupied with the karma. Что отвлекается, что позволяет уму привлечься кармой. If you become angry. Если человек поддается порыву гнева. If you indulge the tongue, belly and genitals in sense gratification. Позволяет языку, животу и гениталиям наслаждаться. Then one becomes very porous. I cannot catch any mercy. Тогда много дырок появляется, и вся милость уливается оттуда. More holes. Attyara prayasas cha prajapunya magra janasanga staloyam cha sabbe bhakti vinasyati. Overeating. Что разрушает бхакти? Переедание. Overendeavoring. In mundane things. Ненужных действий каких-то, вовлечение в какую-то чрезмерную мирскую деятельность. Speaking and listening to mundane talks. Вовлечение в праджалпу, в такие праздные мирские беседы. Неомаграха. Not following the regulations of bhakti. Не следование регулирующим принципам бхакти. Or being a stickler for the rules, but not understanding. Why are you doing that? Или наоборот, фанатичное следование правилам, предписаниям
утратив вообще смысл и суть того, зачем вы этому следуете. Only doing them to make a check mark in the box. Просто чтобы to show everyone else. Для проформы это все делаете. This is not bhakti. This has nothing to do with devotion. Галочку поставить, чтобы другие видели, что вы такой правильный, преданный и впечатлились вами, а сами вы при этом никакого вкуса не чувствуете, это вообще не бхакти. Sneha seva peksha matra krishna kripa, krishna's mercy is dependent on affectionate service. Everything should be done from the heart with affection. Потому что служение должно совершаться с любовью. Потому что если нет любви в том, что мы делаем, то Кришна не будет принимать это как сева у нас. Janasanga, this is the most deadly one. Самое опасное. Associating with the worldly-minded persons, with non-devotees. Общение с непреданными, с обывателями, которых не интересует Кришна. Everyone who is not a devotee, who is not preaching the mission of Mahaprabhu, is also preaching on behalf of Maya. Потому что понимаете, если люди не проповедуют миссию читания Махапрабху, то они проповедуют для кого-то другого. Обычно это они проповедуют для Майи. Just like Vaishnavas are trying to catch everyone and engage them in Krishna service. Everyone who is not a devotee is trying to catch you and engage you in Maya service. У Майи много своих слуг. То есть вы охотитесь за душами, чтобы привлечь их в служение Кришны, но Майя тоже охотится за душами через своих агентов, через обывателей, миряни, которые привлекают вас тем, чтобы отвлечь вас от Кришны, задействовать вас в служении Майи. So Srila Rupa Goswami Pad said, I would rather be in an iron cage and lowered into a fire. Rupa Goswami говорит, я бы предпочел оказаться в закрытой клетке, чтобы меня пустили в огонь. I would rather be in a pond full of sharks and crocodiles. Лучше пусть меня бросят в водоем вместе с акулами и крокодилами. Than to associate with a non-devotee. Чем возможность общения с непреданными. So it may be in the course of life, we cannot avoid. Sometimes we have to see or deal with those who are not devotees. В течение жизни, конечно, возникают множество ситуаций, в которых нам приходится сталкиваться, общаться, сотрудничать с непреданными. So if you see someone who doesn't have tilak, you don't have to pull out a crucifix and scream. Если вы видите кого-то без тилаки, не значит, что надо достать. And run away. Крест и в ужасе на них смотреть и брызгать святой водой на них и пытаться убежать. The meaning is that we should not, only proximity is not association. Association is when we have attachment for them. Физический контакт, общение, это не угроза для нас. Угроза, когда у нас появляется привязанность к таким людям, любовь какая-то к ним. If we engage in the exchanges of love, opening the heart, conversing, giving gifts and so on, these make an affectionate connection, and then by this will be pulled into Maya. Потому что если мы вступаем в обмен любви, способ обмена любви, который предназначен для общения с вайшнавами, с обывателями, то есть начинаем делиться сокровенным, вступать в беседы, дарить подарки, принимать подарки, быстро разовьется привязанность, и тогда Майя потянет нас в свои сети. If you're in the association of pure Vaishnavas and chanting, it's very possible that you can have a spurti of Krishna. Общаясь чисто by that association. Проводя много времени в окружении, в саду санги, общаясь с чистыми вайшнавами, воспевая святые имена, мы с легкостью можем достичь уровня, где даршан видение Кришны станет реальной возможностью для нас. But if you keep the company of materialistic persons, Krishna will never give even a slight shadow of the avas of spurti in your heart. Но если мы будем стремиться к общению с обывателями, непреданными, привлекаться ими, то Кришна категорически не даст своего даршана. And this is why Rupa Goswami is saying, I'd rather be in a cage in a fire. Because the most valuable thing we have is our anubhuti. Whatever realization may come by the mercy of Gurudev and Vaishnavas, that is our greatest treasure that sustains our life. Поэтому Рупа Госвами говорит, лучше опустите меня в огонь в железной клетке. Хотя бы тогда я не потеряю анубхути своей реализации. То есть самое великое сокровище для вайшнавы — это то, что он накопил в процессе общения с саду. А это очень легко растерять, вступив в близкий контакт, в близкие отношения с обывателями. So Gora Pahu Nabajiyamainu Prema Ratanadana Helaya Harainu Silanatam Dastakuri is saying, oh,
alas, alas, I had a jewel, a great treasure, and by my carelessness, I lost it. Там просто такое сокрушается. Увы, у меня было такое великое сокровище, но из-за пренебрежительного, невнимательного отношения к нему, я потерял его. Там как раз об этом и говорит. Об опасности растерять свою бхакти, испытывая любовь и привязанность к непреданным. Those who have come on the path of bhakti and received initiation, some blessings and mercy of Gurudev and Vaishnavas, be careful. By neglect, by carelessness, don't lose your great treasure. Поэтому те из вас, кому посчастливилось стать на путь бхакти, найти духовного учителя, получить духовное посвящение, будьте бдительны. Из-за вот этой невнимательности, пренебрежения вы можете лишиться величайшего сокровища. So, if we very carefully follow our sadhana and don't do the things which are detrimental to bhakti, then very soon to our sadhana Krishna's kripa will be added and our life will be successful. Если мы серьезно относимся к садхане и практикуем ее ежедневно, и при этом бдительно избегаем вредоносных факторов, которые могут лишить нас бхакти, то непременно вскоре милость Кришны придет к нам через Гурудева. И мы возвысимся на новый уровень духовного развития. So, Mother Yashoda was successful and she died Krishna. Наконец-то маме Яшоде удалось обвязать Кришну. And Krishna was crying. Кришна продолжал хныкать. And the tears were washing the black kajal from his eyes. They were running down his face. Слезы смывали черную подводку под его глазами, и вот эта черная краска текла у него по лицу. So he had one black line of tears here. С одной стороны, она была такая черная дорожка на щеке. And the other side, he rubbed off the kajal, so the tears were coming white, not black. А на другой щеке он уже рукой вытер вот эти черные каджалы, поэтому струйка слез была светлой. То есть на одной стороне черной из-за каджала, на другой светлой. White and black like a Ganga and Yamuna. Черное и белое как Ганга и Ямуна. And the tears dropped down and rolled down his fat belly. And then they mix together in his belly button like prayag. Tribeni prayag. Две струйки слез стекали к его пухлому животику и там в пупок, и это было прояг пересечения Ганги Ямуны. So Mother Yashoda wanted to show him, you can cry all you like, but it will have no effect on me. You cannot manipulate me. Доказать ему, что хныканье ему не поможет, что не сработает теперь с ней это. So Krishna's small friends had come there, and Mother Yashoda sat them down around Krishna. К этому времени маленькие друзья Кришны приползли все туда, и мама Яшода рассадила их вокруг Кришны. Because they have to come to him because he cannot go to them now, because she took one rope and tied it from the back of the ribbons, and then there was a piece about this long, and then around the grinding mortar, so it was like a baby harness that Krishna could only play in an area whose radius was the length of that rope. То есть мама Яшода ограничила сферу деятельности Кришны теперь, так как вот на эту веревку, которую она обвязала у него вокруг талии, она прикрепила еще одну веревочку, получилась как детская уздечка такая. Привязала ее к ступе и ограничила его сферу деятельности вот этим радиусом этой веревки. Поэтому друзьям пришлось прийти к нему теперь, потому что он уже не мог к ним прийти никак. So then when Mother Yashoda went, there was no need for Krishna to cry, so he stopped crying. Как только мама Яшода вышла из комнаты, Кришна перестал рыдать, потому что все эти слезы были показушными для мамы Яшоды. And his friends were laughing. Друзья хохотали. Now she tied you up, what will you do? Мальчики хохотали. А теперь что ты будешь делать, привязанный Кришна? Just then, Rohini Maya came back, and Baladev Prabhu arrived. И как раз к этому моменту вернулась Рохини Майя вместе с Баладевом. And when little Baladev saw his brother was tied up, he was very protective. И Баладев всегда очень покровительственно, заботливо относился к младшему брату, он когда увидел его привязанного, он разъярился. And he immediately he said, "Oh, who has tied up my kanai? I'll beat them." Он сказал, кто посмел привязать моего канаи? Я побью его. Then all the friends they looked at each other, and one said to Baladev, "Maya has done it." Переглянувшись друг с другом, мальчики сказали Баладеву. And then Baladev. Мама привязала его. Then Baladev became afraid. Баладев тут же притих, испугавшись, что он так. It
it's a little difficult to, for people to understand in Kali Yuga, but in other yugas, if you said something, you had to do it. Современному калиюжному человеку. You can't just say anything and then change your mind. Непонятно это смущение, потому что сейчас мы говорим, что хотим, и никто не сдерживает свои слова. Но раньше, если человек сказал что-то, он должен был это сделать. So, but было честью. But I realized he's been too rash and made a mistake. И Баларам испугался, что он такое сказал, произнес, а теперь как вышел, он не поверил. So then Krishna said to his boys. Ну, Кришна сказал своей шайке лейке. He said, listen. All the women in the neighboring houses, they all came to see this spectacle. Он сказал, знаете, вот все эти соседки, они сбежались сюда посмотреть на это представление. And they're still here with my mother. И они все тут в доме с мамой сейчас. That means their kitchens are unguarded. Это значит, что их кухни незащищенные сейчас, что. So you should take advantage of this opportunity. Quickly now run and steal as much butter and sweets as you can. Поэтому они. While all the houses are abandoned. Потому что пока они все соседки тут в гостях у мамы, бегите в их дома и крадите все, что можете, все сладости, тащите их сюда. So the boys they went and they stole some sweets and then came back. Мальчики разбежались по разным домам, накрали сладости и вернулись. They were thinking, Krishna is a genius, our friend. Они очень гордились Кришной, они думали, он такой гений вообще. So some boys they tried to untie him. Мальчики пытались развязать Кришну. But one boy tried and he failed. Один попытался, ничего не получилось. Another boy pushed. Oh. You cannot do anything, let me. Второе толкнул его, сказал, ты бестолковый, да, я сейчас его развяжу. But they all failed. Но никому из них не удавалось развязать узлы. Why? Because this rope was tied with Vatsalya Prem. Потому что motherly love, and that is stronger than the Sakya Prem. Потому что узел на этой веревке был затянут только Vatsalya Prema, любовью. Родительская любовь мамы Ишоды, которая сильнее по природе, чем сакья, чем дружеская любовь. There's one exception. They are Priyanama Sakas. In Krishna's romantic pastimes, their love develops even more than Vatsalya Ras. Only those friends. But at this stage in his childhood, that is, Ras has not manifested yet. То есть есть одно исключение из этого правила силы, сравнительной силы родительской любви и дружеской. Это Priyanama Sakhi, который помогает Кришне в романтических лилах. Их любовь на самом деле превосходит по силе Vatsalya Prema. Но на данный момент они все маленькие, то есть вот эта раса романтическая еще не активировалась, поэтому они бессильны противостоять силе Vatsalya расы. So Krishna actually was not concerned that he could not become free from the rope because he wanted to have an adventure of dragging the grinding mortar. А на самом деле Кришна не был особо обеспокоен тем, что он привязан к ступе, потому что он уже задумал новую лилу, он хотел вытащить эту ступу на улицу и явить очередную лилу. Around the courtyard. Он хотел протащить ее по двору. So he told his friends, you push and I'll pull. Он сказал, так, давайте, вы толкайте, я буду тянуть. So his friends were pushing and Krishna was on his hands and knees and pulling. Кришна пополз на четвереньках, а мальчики подпихивали ступу сзади. They began to drag the grinding mortar around the courtyard. И ступа стала, потащили ее так во двор. So there were two Yamal Arjun trees. А там во дворе росли two big trees in the courtyard of Nanda Maharaj. And when the wind blew, it was as if they were dancing. И во дворе росли такие два красивых дерева Ямал Арджуны. Они были очень высокими, такими развесистыми, и когда ветер дул, они раскачивались из стороны в сторону. Казалось, что они прямо танцуют. So, see Krishna, he crawled in between the two trees. И Кришна пролез между двумя деревьями. He didn't touch them. Он не касался деревьев. And then the grinding mortar, which was on its side, when between the two trees it got stuck, it was too big to go through the grass. Так как ступа уже лежала горизонтально, когда он потянул ее ближе к деревьям, то она застряла между деревьями, она не помещалась между в это пространство между деревьями. And see Krishna just he pulled a little bit and then suddenly there was a tremendous sound like an explosion. И ступа застряла, касаясь обоих деревьев, Кришна потянулся еще вперед и вдруг все зашумело, послышался такой жуткий гул, как выстрел пушки. Two trees cracked and fell.
this side and this side. Треск, шум, и вдруг эти два. Because Krishna was in front and the boys were behind, so no one was hurt. И вдруг эти два дерева просто повалились в разные стороны, в бок, то есть они не упали ни вперед, ни назад, потому что впереди был Кришна, а сзади были мальчики, то есть они придавили их. And the sound of the trees, it was so cracking, was so loud that all over Brajmandal, everyone heard it, and it was so loud, it was as if they became deaf. И вот этот гул был настолько сильным, что он разошелся по всей Брадж-Мандале, все Брадж-Васи услышали, и прямо оглохли от этого треска. And everyone all over Брадж-Мандале fainted for 24 minutes. И все во Брадж-Мандале потеряли сознание, упали в обморок на 24 минуты, на одну. The only ones who didn't faint were the little boys. Единственные, кто не упали в обморок, это были мальчики. But they just became like figures in a painting, stunned, looking at the sweetness of Krishna, trying to pull them. Но они просто замерли, они испытали стамбу, замерли на месте, как статуи, созерцая эту сладость Кришны, который карабкался по земле. So it's very significant that Krishna did not touch the trees. Это очень важно понять, что Кришна не касался деревьев. Even the rope did not touch the trees. Даже веревка не коснулась деревьев. But the mortar, grinding mortar touched. Только ступа коснулась деревьев. So here. Krishna is in this analogy Krishna. И в этом сравнении Кришна это Кришна. And who is attached to Krishna? Gurudev. А кто прикреплен к Кришне, кто привязан к Кришне, это Gurudev. That's like the rope. Как веревка. And who is attached to Gurudev? А кто привязан к Гурудеву? Vaishnavas. Vaishnavы. So in the same way, though a person they may not meet Krishna. And they may not meet a great acharya, but they meet a Vaishnava who's attached to a great acharya, who's attached to Krishna. And the electricity of Krishna's kripa comes through, and they become like, they were in ignorance like trees, and that ignorance is broken. And that person begins to realize his spiritual the nature. But the metaphor. Кришна это Кришна, веревка это Гурудев, а ступа это Вайшнавы, которые прикреплены к Гурудеву. И вот это иллюстрирует то, что в жизни человеку может не посчастливиться увидеть Кришну или встретить великого Ачарью Вайшнава. Он встречается с Вайшнавами, которые служат такому великому Вайшнаву, и благодаря общению с этими Вайшнавами, бум, из состояния какого-то дерева, человек становится осознающим. So... Gradually, Brajbasis started to wake up. Постепенно Брадж-Баси стали приходить в себя. And from wherever they were in Braj, they began to run to that place. И со всех сторон, со всей Браджи стали сбегаться к дому мамы Ишоды. And when they arrived there, и когда wait, Mother Ishoda, I did say anything. At the house, I meant. To the courtyard. И стали сбегаться во двор. And when they arrived there, they saw these two. Trees uprooted. И прибежав в этот сад, они увидели эти два сломленных дерева огромных. And they began to talk to each other. What happened? И стали между собой переговариваться. Что тут случилось? There was no hurricane. Не было никакого урагана. There was no strike of lightning. И не было никакого грома и молнии. There was no fight between elephants. И слоны тут вроде не сражались. So what could have broken the trees? Как могли? Кто свалил эти деревья? Как они могли так рухнуть? So then, they asked the little boys, "What happened?" Старшие стали расспрашивать детей, что случилось тут. The little boys said, "Krishna." Мальчики заикаясь ответили, что. Pull down the trees. They were very excited over what happened. Свалил деревья. And then two golden. То есть очень взволнованные дети, заикаясь, они сказали, что он свалил. Это Кришна свалил деревья, потом два золотых существа появились из этих деревьев. Wearing crowns and armor and ornaments. И у них были доспехи золотые, короны, украшения. And shining like a golden sun. Они сияли как солнце. And they bowed down to Krishna and they did parikrama of Krishna. And then Krishna said something to them. They seemed to be very happy and then they flew away. И они кланялись Кришне, обходили его, он с ними потом о чем-то поговорил, и они казались очень довольными, и потом они улетели. Then the adults hearing this from the children, are so always make up stories. Взрослые, выслушав это,
услышав этот рассказ, они так понимающе посмотрели друг на друга, вот опять дети придумывают. Can't take them seriously. Опять фантазируют. Ну ладно, это фантазии, понятно. So Nanda Maharaj came to Krishna. Нанда Махарадж подбежал к Кришне. And as soon as Nanda Maharaj approached Krishna. Как только Нанда Махарадж приблизился. Then Krishna began to cry. И Кришна как разревелся тут. He has to turn on the tears to get more sympathy. Тут же включил фонтан слез, чтобы папа был на его стороне. So then Nanda Maharaj, though it was a very grave situation, like a disaster, big disaster. Ситуация на самом деле была серьезная, такая трагичная. But he gave a big beaming smile just to try to calm down his. Но чтобы успокоить ребенка, чтобы ребенка не было травмы, папа натянул такую улыбку сияющую, посмотрел на него. And Nanda Maharaj, he untied the rope. Быстренько развязал узел на веревке. He could do it because he has vatsalya prema. С легкостью этот узел развязался, потому что папа обладает vatsalya prema. But it was a bit difficult for him to untie because actually Mother Yashoda has a little bit more prema than Nanda Maharaj. Не совсем с легкостью ему пришлось немножко пока пошиться с этим узлом, потому что любовь Мамы Яшоды чуть-чуть сильнее, чем любовь Нанды Махараджа. So, Nanda Maharaj, he knew why Krishna had been bound, but still he said to Krishna, "Oh my son, where is the wicked person who has done this to you?" Нанда Махарадж на самом деле был осведомлен о причинах, по которым Кришну мама связала, но все же он сказал: "О, сынок, кто посмел так тебя связать?" So then, little Krishna climbed into the lap of his father and put his arms around his father's neck. Кришна тут же вскарабкался на руки отца, обвил его руками. And he said, "Mama bound me." Это мама меня связала. In the meantime, в это время, when Mother Yashoda heard the deafening crash, she fainted. Когда мама Яшода услышала этот жуткий треск, глушающий треск, она просто потеряла сознание сразу. And after some time, when she came back into sense, she was feeling so bad. И когда она наконец-то пришла в себя, ей было так не по себе. Because this is the dilemma of every loving parent. Это дилемма каждого любящего родителя. If I don't give discipline, then you know there's a saying in English: spare the rod and spoil the child. The child will be spoiled, and when he grows up, he'll be uncontrollable and perhaps criminal. То есть родители всегда в таком недоумении. They won't accept any authority. Воспитывать, как строго воспитывать ребенка? Если не воспитаешь, не будешь дисциплинировать, потом непонятно, какой ребенок вырастет. То есть есть такая поговорка: дай отдых палки, ребенок будет сполномоченный. То есть если ты его строго не дисциплинируешь, то может быть никчемный человек вырастет у тебя. On the other hand, if I don't give any, if I do give discipline, then how much? How much can I discipline this small and soft child? Как можно, как строго дисциплинировать ребенка, потому что он такой маленький, такой деликатный, хрупкий. So Mother Yashoda was in this dilemma, and she was feeling, "Oh no, why did I tie up my Krishna?" И мама Яшода стала так прониклась самобичеванием, и было, она стала порицать себя за то, что она так его связала. So gradually, all the residents of Vrindavan, they came in groups of 2 and 3 and 4, and there was quite a big crowd. Постепенно во дворе собралась огромная толпа, потому что Раджаваси приходили группками там по двое, по трое. And Nanda Maharaj was also thinking, why did my wife tie up my little boy? Nanda Maharaj. Look what happened now. Someone could have been killed. Nanda Maharaj тоже думал, зачем моя жена так связала ребенка? Он же мог быть, он мог пострадать и быть убитым этими деревьями. So he didn't take Krishna to Mother Yashoda. И он не понес Кришну к маме Яшоде. But rather, he took Krishna and Balaram, and he went with them to the Jamuna and took bath together with them. Он взял сыновей и понес их к Ямуне, и там принял омовение с ними. Then he took them to the Gaushala. Потом отвел их в хлев. And he gave some mishri, rock candy, to Krishna and Balaram and all the little boys. Раздал леденцы Кришне, Балараме, всем мальчикам. Because Krishna, he was hungry, it was time for him to drink his mother's breast milk. But Nanda Maharaj didn't want to take him to Mother Yashoda, so he brought him to the Gaushala, and Nanda Baba was milking the cows directly in the mouth of Krishna Baba. So this was a novelty for them, new experience.
Кришна был уже достаточно голодный, потому что уже ему пора было покушать молока мамы Яшоды, но Нанда Махарадж из принципа не хотел нести Кришну к Яшоде, поэтому в коровнике он стал доить коров и прямо доить их молоком в рот Кришны. И Кришна насытился, это было чем-то новеньким для него таким. So, Nanda Maharaj was usually busy in the management, the affairs of the village. He wasn't used to babysitting. Потому что папа часто отсутствовал, он занят был делами управления общиной, поэтому это было как развлечение, что папа проводит столько времени с ним. But anyway, he took some leaves and started to teach Krishna and Balaram how to write their first letters. Папа собрал листья и стал учить сыновей, как писать буквы там. In this way they were passing the time and Mother Yashoda was just sitting and crying and not eating or moving. И таким образом Нанда оставался с детьми. Вот так проходило много времени, а мама Яшода была в полном отчаянии, было очень стыдно, и было очень грустно. So this situation had made a domestic crisis in the household. То есть возник домашний кризис из-за вот этой ситуации. How will it be resolved? We'll explain tomorrow. И как этот разрешился домашний кризис, мы узнаем завтра. And were those little boys telling the truth or not? Мальчики правду рассказали взрослым? About what happened with the trees? Про то, что произошло, о случившемся с деревьями. So we'll discuss tomorrow. И мы завтра узнаем об этом. Vrindavan Vihari Lal ki jai, Varsan Wali ki jai, Jai Siddhartha. Yeah.